Привет, друзья! Мы уже рассказывали подробно о российской РЛС контрбатарейной борьбы 1L260 «Зоопарк 1М». Ссылка на видео в комментариях к ролику. Впервые появилось видео, где показана внутренняя работа расчета РЛС «Зоопарк 1М». Комплекс 1L260 может за 2 секунды рассчитать траекторию полета снаряда и дать координаты, откуда он был выпущен. Более подробно о работе РЛС «Зоопарк 1М» далее в ролике. На экране высвечивается полет снаряда, ракеты и минометов за короткий промежуток времени, то есть секунды 2-3. Он вычисляет по скорости, по остальным параметрам, вычисляет, какой снаряд вылетел, то есть РСЗО, орудие, минометы, и точное местоположение дает, откуда был вылет совершен. Передаю старшему. Старший уже распоряжается по цели, то есть какая цель обнаружена, он распоряжается по огневым позициям. То есть либо гаубичником, либо минометчиком, либо РСЗО. Они уже сразу наводятся, готовые. Команда дала огонь, все, они сразу обрабатывают объект. Отработали сутки на одном месте, перемещаемся. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.